Всем привет! Я вот решила сесть монтировать видео, а оказалось, что у меня нет вступления, поэтому я по-быстрому все это записываю сейчас, монтирую и выкладываю видео, потому что сегодня понедельник, а я, как уже потом скажу, я хочу по понедельникам и по четвергам выкладывать видео, чтобы уже был какой-то определенный график. Вот. За эту неделю у нас, конечно, много чего интересного произошло, но не все, конечно, вошло в влог. Есть момент, который я не записывала. Да, думаю, вам будет интересно, так что присоединяйтесь. У нас очень много выпало снега, просто нереальное количество. Там я вам тоже покажу, как мы по нему бегали, играли, резвились с Филиппом. Вот. Так что приятного просмотра. Там на заднем фоне, если вы слышали, конечно, вы слышали, гремят чуть-чуть. Это Паша собирает у нас шкаф в прихожую. Я думаю, сегодня соберет, и я уже все покажу. Кто тут такой сладкий лежит? Да, играешься? Что-то заляпали, Фил лазил. Эй, привет! Привет! Вот тут серьезный парень, серьезный я, серьезный. Да. Да, на самом деле очень тепло, не знаю, просто захотелось его в шапке оставить. Вот, кстати, этот комбез. Один из тех, что я купила последний раз. Чуть-чуть великовато. Здесь я специально побольше закатала. И вот тут они сваливаются чуть-чуть. Надела ему просто носочки. Думаю, так будет это поудобнее, чтобы не скатывалось все. Да, лежит тут, тусуется парень. Только проснулся. А я тут собралась делать... Как их забыла, никак не могу вспомнить, называются. Вафли. Хочу сделать вафли. Это Паша ездил, купил в Архызе масло домашнее. Такая вот целая, огромная. Мы уже, наверное, еще вот столько, наверное, было. Мы уже съели. Я вот хочу из этого масла попробовать сделать. Ароматное, вкусное масло. А вот, по моему рецепту, там идет масло. Я все на глаз кладу. Масло, я добавлю 2 яйца, пару столовых ложек сметаны. Сахар, разрыхлитель, ванильку и мука. У меня тут Фил постарался, теперь в пакете тут хранится. В таком позорном. Вот. Это все смешиваю. Сейчас буду топить масло. Наверное, растоплю его, чтобы побыстрее приготовить. И буду делать... У меня есть мультипекарь. Буду в нем делать. Не знаю, еще, может быть, добавлю банан или яблоки. Что у меня есть? У меня есть яблоки и бананы. Посмотрим. Мне и так нравится. Ну вот, тесто я уже приготовила, оно такое густоватое. И вот они такие получаются хорошенькие, мягенькие. Сейчас открою, покажу. Они почти готовы. Красота! Я решила с бананом сделать, потому что как-то неохота мне было чистить яблоки. Решила сделать с бананом. Сейчас Фил прибежит, наверное, будет кушать тоже. Очень любит он эти вафельки. Мне самой они очень нравятся готовить. Быстро получается и вкусно. Два. Собрались мы тут поиграть. Вот там. Пошла, это моя сестренка. Филя. Филя, кто будет? Хочу русская рулетка. Так, а что нужно делать? Начинаем с Паши. Хватит с меня. На, сливки. Конечно же, Сэм с нами. Да? Садись. Пойдешь ко мне? Да. Ой. Иди ко мне. Ой. Садись. Ой. Так. Тебе а нужно... А что нужно будет говорить? Вот здесь ты крутишь, и выбирается сколько... Как все просто. Как все просто. Ну, на килограмм больше. Чуть-чуть пальчиком. На пальчик давай, Федя. Пальчик. Так. В ротик. Облизывай. Это не в руки, это не крем, это кушать надо. Так, подождите. Подожди. Подожди. Я тоже. Раз, два, три. Блин, почему не долетело? Надо поближе ставить, наверное, лицо. Все, следующий. Дверь, поснимай вот на это. Я хочу потом в рилс сделать. Давай. Давай.
Так, поближе, Алис, ставь лицо. И крутить надо быстрее, мне кажется, а не медленно. Так, подожди, подожди. Три. Следующая Лили, если что. Ну что, будем лепить снеговика? А снега уже лепить? Нет, нет. Филя, тоже бросайся снежками. Филь, бросайся снежками тоже. Топ-топ, пошли топ-топ. Кого спасать? Кого спасать, Филь, тебя спасать? Да. А ты вон как папа, ложись. Филь, ложись. Ой. Не дошел. Ну что, мы вообще... Я думаю, надо выйти. Это самый серьезный сугроб, да. Нанесло-то как, а? Пойдем, Филь? Пошли. Давай ручку. Ручку давай. Ты его снимаешь на мойке? Давай. Филь, давай. Выползай. О, в карман. Паш, кажется, вчера была дорожка, да? Филя, где дорожка? Все? Да. Да. Иди протаптывай нам дорожку. Иди, иди, давай. Ползи, червячок. Папа говорит, 25 сантиметров передают, что у вас снег выпал. Ага. Я говорю, ну да, 25. Да, у нас вообще. Давай, давай, иди. Проходи. Все замело, это наша машина стоит. Что? Давай, пошли, давай, иди, иди. На ручки? Да. Ты чё, ножками надо ходить, Филь? Спасите. Спасите тебя? Да. Совсем недавно я думала, что у нас много снега выпало. Но я ошибалась. Сегодня еще больше. Просто тут огромные кучи. Это наша машина её засыпала полностью. Это поле. Бескрайнее поле. Приезжайте к нам на зиму. Решила вам показать, чем я сейчас начала заниматься. Делаю еще одну подушку. Это вот половинка, у меня пяльца маленькая, круглая. И получилось только вот часть сделать. Буду переставлять и дальше делать. Здесь такие ромбики будут. Это серединка, если что. Вот так вот надо будет смотреть. Вот это... Еще не до конца дошли, не хватило. Так вот сделаю. В принципе, рисунок вот он. Я его перевела здесь. Потому что это... С этой стороны я смотрю, когда вышиваю. И вот получается такая красота. Вот, не знаю, вот эти вот я распушила. Еще чуть-чуть подрезать надо их. А вот эти, не знаю, оставлять, не оставлять. Еще буду по краю. Самый последний, в самом конце буду по краю проводить вот так вот ровненькие стежочки, чтобы край был более аккуратный. Ну, посмотрим. Вот я делала Филиппу последний раз. Здесь вот видно, как эти темные нитки торчат. Вот. И он, ну, вот эту я делала более плотную. Вот она более плотная такая. Вот это я не такую плотную, конечно, делала. Надо было поплотнее, но я рассчитывала, что я буду ее постригать. Ну, посмотрим. Я ее еще не обрезала. Если что, можно вытащить, будет переделать чуть-чуть. Ну, вот так у меня барашек получился. Овечка. Ему очень нравится. Принесла сейчас из его комнаты. Он обычно с ним спит. Единственный косяк — это вот, вот эти вот колоски. Вот. Они с той стороны. Для того, чтобы не распускались...
надо проклеивать. Разводишь клей обычный ПВА с водой и чуть-чуть смачиваешь нитки. Но из-за того, что вот здесь они плоские, а с той стороны-то они выпуклые, они получились длинные стежочки эти. Не знаю, надо было, может быть, обрезать их, а потом проклеивать. Не знаю, обрезать я побоялась, потому что они небольшие такие, вдруг распустятся. Ладно, ничего, первый раз. Просто видно вот здесь вот моментики просвечивают некоторые. Но ничего, мне понравилась эта техника. И Филиппу очень нравится, конечно, результат. Вот, что у меня получилось. Осталось эти хвостики доделать. Вот один доделала, этот надо доделать. И два с этой стороны. Ну, у меня еще по чертежу я делала вот здесь. Вот должны были такие кайтовочки быть. Но у меня не так осталось. Просто вот этот вот пучочек маленький, надеюсь, ой, хватит. Да, ай, осторожно. Острая иголочка. Не вытаскивай, Филь, не вытаскивай. Оставь. Ну, короче, еще вот так вот также распушу вот эти вот, доделаю. Я думаю, сюда будет классно смотреться. Видите, как желтые. Эй, проказник мой, не трогай. Филь, Филь. Проказник. Да, проказник, отдай. Все, отдавай. Ай, остро. Вот, доделаю, и будет красота. Пока! Пока! У кого-то утро начинается с кофе, у нас начинается сбор сюда стола. Маленькие мои помощники собирают, сидят. Ой-ой-ой. Это мой муж Паша. Я познакомьтесь. Я стеснялся. Филечка, ты поздороваешься? Молодец. Да, человек уже хочет спать чуть-чуть. Ну, а мы... Короче, лайфхак ловите. Если у вас двое детей, и у младшего закончились подгузники, берите подгузник старшего. Сегодня мы использовали Филины подгузы, потому что наши закончились неожиданно. И ничего, кстати, не протек. Да, Сэмик? Хорошо у тебя все было, да? Сейчас одевать будем и спать, тебя опять укладывать. Еще очень рано, магазины все закрыты. Скажи, позабыли про меня? Подгузники мне не купили. Буду у старшего забирать, да? Ну и что делать? Что делать? Ой, вот, ходили горе-родители вчера за мебелью. Вот сюда хотим стол поставить. И еще в коридор купили тоже шкаф и обувь. Что в итоге у нас получилось. Это еще не конечный результат. Пришлось там переставлять розетку. Паша делала. Тут будет еще стул, либо кресло какое-то. И мы хотим еще вот здесь вот сделать типа доску, не знаю, что-то такое вот, что можно туда вешать. Притаранила тут еще обувницу. Вот. Мне очень нравится. Единственное, что... Ну, вот как раз этот стол подходит сюда к комоду. Единственное, что они по цветам чуть-чуть отличаются. Я не знаю, видно вам, не видно. Немножко есть отличие. Ну что, хотела я сейчас собрать обувницу. Ну как, минут 20 назад думала, что соберу. Стол письменный Паша уже собрал и уехал на тренировку. Потом поедет в баню, возможно, не знаю, поедет, не поедет. Вот, а я вот осталась, детей уложила спать. Думаю, сейчас соберу обувницу. Но что-то мне не хочется ничего собирать. Думаю, полежу я просто, наверное, отдохну. Потому что мы вчера поздно очень вернулись. Сегодня воскресенье. Мы вернулись в субботу. Мы были как раз в Икее, там кучу всего покупали. Вернулись поздно, легли поздно, и я, короче, не могу. Хочу спать, но спать нельзя, потому что мелкий на улице спит. Поэтому буду просто валяться, отдыхать. Ну что, все, я закончила.
Мне активно помогали дети. Филя, ты мне помогал собирать шкафчик? Нет. Да-да, помогал пацан мой. Вот что в итоге у нас получилось. У нас тут обувница и шкафчик. Шкафчик пока пустой. Сейчас я открою, покажу. Тут со мной Сэмик. Пока пустой. Хотим еще внизу полочку докупить. И штанги не было в наличии. В среду Паша поедет и купит. Я думаю, может быть, еще вторую обувницу докупим.